Ушел от меня! Ушел от меня! Отойди от меня! Себя выкини! Отойди от меня! А что ты боишься? Отойди от меня! Отойди от меня! Скажите, вам по-человечески предлагали. Потому что не его время, он здесь стоит. Откуда ты говоришь? Отойди от меня. Отойди от меня. Отойди от меня. Отойди от меня. Ты отойди от меня. Отойди от меня. От нас не скроешься. А вы кто вообще такие? Кто вы такие скрываться? Я говорю, что не нужно. Я говорю, откуда? Говорю, от верблюда. Я напал на него. Да. А что, не было такого, да? Не было такого. Не у него было свидетель такого. Есть. Ну, мужчина, да, он же отвечает за свои слова, правильно? А ты его трогал? Я тебе трогал? Ты сказал, кто ты такой? Я мужчина, я вот за себя отвечаю. Данный гражданин задержан, был, сейчас будет заставлен. Не выдумал человека. Сейчас, Андрюх, погоди. А что случилось, женщина? Я просто говорю, что я вчера купила несъедобный арбуз. Да. Ну вот. Я говорю, она не хочет там мне это понять. Я говорю, тогда компенсируйте. Я не знаю. Я говорю, тогда покажите документы на продажу. Полицию вызываем? Два варианта. Полицию вызываем или нет? Что ты будешь мне делать? Все, я понял, все. Сейчас вызову тебе полицию, доиграешься. Запах на вашего тела, самая древесина. Нурика, позови. Сейчас и Нурик будет, и все остальные. Это больная женщина. У нее красный арбуз, но он несъедобный почему-то. Ну, потому что его есть нельзя. Ну все едят почему-то, вы нет. Здравствуйте, можно сотрудников полиции к станции Выхино на переход? Не знаю, станция Выхино, около железнодорожной платформы, подземный переход. Тут незаконная торговля, и девушки отказываются вернуть деньги за товар. Иди, вот это ты ей арбуз давал, а этот студент... Около железнодорожной кассы. У него рабочий день, вот ты ей давал арбуз? Вчера я дала за 100 рублей арбуз. Я тяжело вынесла, я думала, так вот маленький. Оказался тяжелый. Может, женщине, тяжелый. Женщине. Прохожий, гражданин. Деньги да. Отдай и все, отдай деньги. Не надо арбуз давать, деньги отдай. Придет завтра опять идти. Арбуз. Придет арбуз. Девушка. А это не наверное, его время кончилось, он здесь стоит. Она завтра опять придет. Сафронов Павел Владимирович. Мамашка. Это с которого звоню. Вот это его надо давно уже послать. Он стоит тоже где-то на время. Да, со стороны Красной Казани. Время кончилось, он стоит на звали. Все, хорошо, все. Я отдала вам. Ты довольны? Я отдала 100 рублей. Все. Все, спасибо. Все, давай. Хорошо, хорошо. Все. Что? Чего? Кто вы? От верблюда. А? От верблюда. От верблюда? Давайте я тоже отхожу. Ушел от меня! Ушел от меня! Отойди от меня! Себя выкини! Отойди от меня! А что ты боишься? Отойди от меня! Отойди от меня! Кого-то побила, скажите, пожалуйста. Вам по-человечески предлагали. Потому что не его время, он здесь стоит. Не беда, вас будет лучше. Хорошо, да? Угу. Давалка, не вырос. Незаконный закон, не так, откуда ты говоришь? Отойди от меня. 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 Только и могут женщин обманывать. Пойдемте со мной. А можете полицию позвать, пожалуйста, сюда? Полицию можете позвать сюда, пожалуйста? Да.
На меня напал неизвестный агрессивный мужчина. Нет, рядом со стороны улицы Красный Казанец в подземном переходе. Я сейчас нахожусь, где железнодорожная касса со стороны улицы Красный Казанец. Порвали майку, да. Нанесли побои, мне причинили физическую боль. Незаконные торговцы, которые обманули женщину, продали ей некачественный товар. Скорая не требуется пока что. Вы, получается, вчера там купили арбуз, да? Да. Правильно? Да. Я даю до полудня, очень вкусные были. А вчера арбуз. Арбуз, это его просто вообще не снесло. А эта женщина, когда я стала говорить, она вот тоже стала вести себя по-наглому. Пошла вон там и все такое. Вначале отказывались. Только когда вы вступились, вот они тогда стали звонить в полицию, тогда мы вот деньги отдали. Отдали вам деньги, да? Да, да. Вот этот парень, который деньги торговал, вот за мной деньги покупала, он дозвал меня и отдал мне деньги. А те на него говорят, зачем вы ей отдали. Парень говорит, зачем отдал? Что он? Стали еще его рук, которые деньги торгуют, они его стали ругать, что он мне деньги отдал. Он уже отдал после того, как вы стали звонить. Позвал меня. Когда уже с полицией разговаривали, он меня позвал, парень дал мне деньги. Я стала у женщины спрашивать документы на арбузе. После этого, как она мне стала. Так я говорю, покажите документы на арбузе, вы продали некачественный товар. Она тут такая пошла. Извините, а вы думаете серьезно, что вы полицию вызвали, она будет забирать? Сейчас посмотрим. Ничего вы этим не добьетесь, сидите лучше. Угу. Сейчас полиция будет вас таскать больше. Угу. Я вам серьезно говорю. Но арбузы такой есть нельзя, вы понимаете? Они, понимаете, давно там говорят, мы тоже брали были. Это арбузы. Алло, Володь, можешь вернуться? Арбузы это как фишка. А вы знаете, ты где значит, есть? Значит, вы те едите, а этот уже. Мы не едим. Я, например, не. Нет, я отсюда просто не таскаю домой. Это я рядом с домом тоже вот. Настя, я не могу разговаривать, давай. Может быть, у них есть документы. На меня напали у метро, давай все пока. А что они сразу не вернули деньги, почему они стали на нем рубашку? Это же вообще наглость, они на нем накинулись. Порвали ему рубашку, вот из-за чего звонили. А почему сразу не вернули деньги? Вот они им предлагали по-хорошему. Да, они не вернули. А сейчас они заявление получат. Тогда ничего, этим не дождаюсь. Сейчас посмотрим. Она начнет на него писать. Мы это просто видели, поэтому говорим вам без всяких... Ну сейчас сюда еще люди подъедут. Сразу вернули деньги. Так что ваши люди, никто ничего не сделал. Угу. Это просто смешно. Проверим. Поверьте. Но если так все будут рассуждать... Да при чем тут рассуждать? Нет, но она вела себя по-наглому. Почему? Я бы, например, в пятерочке тоже беру, по плохой арбуз попадается. Это зачем? Ну, это вещи? Ее воспитанность. Там, наглость. Там в магазине принимают назад арбузы. Вы что? Ну, здесь она принимает всегда. Не приняла. Да ну ладно, я ну, с ней стояла, она все, что не сюда. Ладно, она и начала орать. Дела. Я просто вам время потеряю. Ну что? Ну что? Вот именно эта женщина, она все испортила, она начала... К вам вопросов нет, ей предлагали по-человечески. Ей предлагали по-человечески вернуть женщине деньги. Она что сказала? Иди отсюда. По-человечески надо разговаривать в любом случае, как минимум. Да, она мне сказала, иди отсюда, она младше меня. Я еще даже показала, покажи документы. Она пошла вон. Алло. Кто ты такая? Да, здравствуйте. Торгаши с перехода все смотались. Пойду к полиции, подойду, а не он мне. А, кстати, а вот у твоего этого был шлепанц или вот с сумочкой тут ходит в ботинках? Может быть, это он такой плотненький, пузом? Здравствуйте. Вот, собственно, вот что случилось. Напали на меня. Побили немножко. Пойдемте посмотрим. Вот там вот одни из торгашей были. Ситуация какая? Вот женщина.
собственно, купила арбуз. Да. Сегодня я подошла, сказала, вы мне или деньги, или компенсируете. Они начали на меня орать. Вот я там женщина, да. Документы. Говорит, пошла вон. Угу. То есть она начала на нее орать, та женщина, да? Женщина. Я вступился, предложил ей либо вернуть деньги за арбуз, либо пригрозил ей вызвать полицию. Она меня, соответственно, тоже говорит, идите вы отсюда. Вот, на что я просто молча набрал 102, начал вызывать полицию, она подзывала какого-то мужчину кавказской внешности, который, собственно, ну, на меня напал, она пыталась выхватить камеру, этот просто меня оттаскал, нанес мне побои, причинил физическую боль. Естественно, конечно, я уже ему продиктовал. Сейчас посмотрим. Ну вот их уже здесь нет, вот они тут. Они все срулили. Он толстый был или худенький? Такой. Пузатый? Он бежал на ту сторону тогда. На ту сторону? Да. Вот с этим пообщался справа, вот он стоит, который он с этим пообщался, с товарищем. Вот с этим вот он стоит. И из вот он. Вот, да, вот, да, с, вот с этим он общался, вот. Так, вот этот вот. Торговал, вот этот мужчина, да? Вот, да. Ну, он пошел в неположенном месте, можно оформить. Вот этот, чувак, да, с ним. А вон поехал на автобус садиться, на тот автобус пузатый. Вон, вперед, это не он? Вот. Да, похож. Вот, похож, вот, похож. Впереди, вон в синий майк идет. А чего убежали-то все? Убежал? Чего убежал-то все? Кто убегал? Ты убегал. Кто убегал? Ты убегал. Мы не провоцируем. Мы разговариваем. Сейчас. Кто убежал? Вместе. Провоцировал. Ага. Себя. Ты че? А ты че? Не надо ко мне обращаться без повода. От нас не скроешься. А вы кто вообще такие? Кто вы такие скрываться? Я говорю, что уважаемый, не нужно опасаться. Я говорю, вы откуда? Говорю, от верблюда. Уважаемый, не нужно кричать. Я не кричу, разговариваю. Говорю, я от верблюда. Вот я от верблюда, я спрашиваю, вот где меня снимаете? Вы кто? Говорю, я от верблюда. Вот его слова были. Мне тоже снято все. Надо, наверное, в суд подать. А? Да, в суде приходите. Приходите, конечно. Бычок подними, не мусори. Полицейский, законное требование предъявите забрать мусор. Если не выполнит, оформите 19.3 на него. А там не штраф, там арест. Давайте. Так а что я вам устное продиктую, да и все. Сейчас в рапортом передадите, по 736 приказу зарегистрируйте вкус. Давайте. Блюдо говорю, да, вот свидетели есть. Сейчас свидетелей тоже я позову, чтобы свидетели, как он меня ответил, а теперь блюдо говорю, да, вот свидетели есть. Чтобы он тоже за свои слова следил, я спрашиваю человеку, кто вы такие, говорит, от верблюда. Был такое слово или нет? Волочек, я вам подошел, говорю, вы откуда? Вы сказали, от верблюда, правильно? Так было или нет? Так было? Так было, так было. Ну, зачем вы тогда оскорбляете, снимаете меня? Если вы меня не знаете, я спрашиваю вас, вы кто? Я тебя трогал. А я тебя трогал? Кто такой подошел, а начал вопросы задавать? Ты бы сказал сначала, кто ты такой? Я говорю, кто вы такие снимаете людей? Ну и что? Ты говоришь, от верблюда. Хочу и снимаю, тебе что? А зачем ты меня снимаешь? Зачем мне снимать? Это оно мне зачем? Я понимаю. Это ваши слова. Зачем мне побои нанес? Как такие побои? Зачем ты вот это делал? Что делал? Зачем твоя подельница хотела камеру у меня отобрать? Какой подельница? Вот такая. А, это была женщина с ним, да? Ты не путай меня с кем-то. Женщина с ним. Какая вместе женщина? С тобой, какая на меня женщина? Нападала. Я-то стою один. Какая женщина? Нет, женщина, которая на мне нагрубила, она не хотела возвращать деньги. Это женщина, деньги, это она... другое. Это идите разбираться с женщиной. Со мной я спрашиваю. И она хотела не знаю, оторвать камеру. Предлагаю вам написать заявление. Да, 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 да. Давайте я тоже напишу. Не провоцировать конфликт сейчас. Я тоже напишу это заявление.
Мужик. Конечно, я подошел, спрашиваю, кто вы такие? Женщина снимаете очень меня? Грубая. Нет, это женщина, дайте вопрос. Грубая, ей. Совершенно. А я подошел. Человек говорит, кто вы такие мне снимаете? Говорит, от верблюда, понимаете? Зачем он так мне отвечает? А зачем вы на него напали? Я прямо что, испугалась. Я напал. Ну, я вижу, как вы майку рвете, я так испугалась. Я майку? Да, на майку, mm-hmm. Вот так. Я очень где? Испугалась. А потом... Порвал я его майку? Ну, я не ударила знаю. Ударила я его? Я не знаю, да, я испугалась. А когда женщина еще стала у него эту камеру рвать, я вообще перепугалась. Это женщина вопрос задавать, не мне. Я мужчина, я вот за себя а отвечаю. Майку, за майку? За майку. Я вот так, зачем он тогда мне грубо отвечает? Грубо, зачем отвечать? Ну а женщина зачем? Я-то не знаю, кто он такой. Вообще-то до сих пор я не знаю, кто он такой. Он ответил, от верблюда я. Ну нападать не надо, если даже вы не знаете. Я напал на него. Да. А что, не было такого, да? Не было такого. Не у него такого. Свидетель есть. Ну мужчина, да, он же отвечает за свои слова, правильно? Надо отвечать. Нет, не убегает, нет мужчина отвечает. Да? Понимаешь? Я отвечаю за свои слова. Ну, вот и все, мы посмотрим. Что ты мне пугаешь? И люди посмотрят, что ты ответишь. Пугаешь, что ли? Пугаешь ты меня, что ли? Пугаю тебя, то что ты ответишь за свои слова. Ты ответишь за свои слова. Если ты испугаешься, то напугайся. Можешь напугаться. Мне кажется, это было оскорбление. Мутило, ну, мутило, клять. Хулиганка в общественном месте и оскорбление. Собственно, все. Прошу привлечь его к административной ответственности по статье, соответственно, 6.1.1. То есть задержать его сейчас, на утро отвезти в суд, а время иметь судебного заседания меня предупредить, дабы я как потерпевший явился на судебное заседание. Собственно, все, у вас достаточно данных, чтобы доставить его, составить протокол в отношении него. И все. Вот. Ну и 5.61 еще, конечно, прокуратура материал перенаправит, потому что я слышал, как он меня назвал таком. Также сообщаю вам, что женщина, вот, которая торговала арбузами, хотела выхватить у меня камеру. Не знаю, с какой целью, возможно, с целью открыто ее похитить с применением насилия. Соответственно, это уже грабеж, разбой. Вот, все. Доклад дежурную часть, куспируйте материал. Он номер КСП, да, еще? Да, да. По поводу возможного разбоя, ну это административка, это ладно, он ничего не пытался отобрать, он просто нанес побои и оскорбление. А женщина, да, она пыталась отобрать. Данный гражданин задержан, сейчас будет доставлен. Плюс 161.23. Угу. Вот. Ваше заявление зарегистрировано. Вот. Вам еще нужно, чтобы с вами связались, да? Да. Телефончик запишите. Ну, в принципе, карточки есть у вас? Да, номер, да, да, да. Завтра утром с вами свяжутся. Какой суд его повезут. Угу. Вот. И подойдете, дадите показания. Хорошо, все. Все, до свидания. До свидания. До свидания.